Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В последнее время я завален всякими разными, не то что предложениями, но пожеланиями от вас, мои подписчики, дорогие, о том, на какую тему снять видео. Я просто не успеваю все, и я хочу сейчас обратиться к вам. Что вас больше интересует на самом деле? Смотрите, ну, начну от самых таких пожеланий. Вчера поступило пожелание: Юрий, а снимите, пожалуйста, прямо вот совсем для чайников, куда инвестировать минимальную сумму 50 тысяч рублей. Минимальную сумму прямо по шагам вот объясните, вот куда вкладывать такие деньги. И здесь тоже есть проблемы, да, и я говорил, что инвестировать надо регулярно, то есть 50 тысяч положили, потом докладываем, ну, по 5 тысяч, как я говорил, когда я рассказывал про табличку стратегии накоплений, если вы помните. Вот, и, наверное, это надо делать. Я подумаю о том, как это сделать, ну, более выгодно для вас, как всегда. Вот. Второй блок видео, который... ну, я регулярно снимаю, это инвестиционные идеи. Инвестиционные идеи на российском рынке и инвестиционные идеи на международном рынке по стратегии Уолл-стрит. Потому что, ну, кто-то предпочитает вкладываться в наши бумаги, потому что они более понятны, а кто-то предпочитает американские. То есть, что происходит там. Я тоже это снимаю регулярно, и напишите, пожалуйста, вот, вас это больше привлекает или меньше. И, кроме того, есть огромный, ну, пласт, как бы, таких финансовых продуктов, которые не совсем обычные, они... это структурные ноты, структурные продукты защиты капитала, я о них очень-очень много рассказывал, и... Почему я о них так много рассказываю? Потому что они сложные, они необычные. И просто люди, ну, не всегда понимают, что это такое. Поэтому я объясняю, что это такое, где и как их взять, и почему они, ну, выгодные, и где там риски есть. Поэтому я тоже об этом рассказываю. Но это уже продукты для людей, у которых там есть там 100, 200, 400 тысяч рублей в активах на счете. Вот такой блок видео. И еще, когда я рассказываю, что надо инвестировать в различные продукты, не кладите яйца в одну корзину, то я упоминал всегда, что у меня есть достаточно немаленькая доля моих сбережений хранится в австрийской накопительной программе. И последнее время прям вот по нарастающей идет: расскажи, как можно вложить туда, какие варианты есть, какие, что можно сделать, как можно сделать, как это сделать. Вот, я об этом тоже, наверное, буду рассказывать. Напишите, пожалуйста, вот интересует это или нет. И, кроме того, там же, в компании CSAFE Invest, это швейцарская компания консалтинговая, я являюсь сотрудником этой компании, есть еще одна целая серия финансовых продуктов. Это уже накопление через американский инвестиционный фонд огромный, Investors Trust. Вот. И там целая серия продуктов, ну, в частности, основанных на индексе S&P 500. Можно даже выбрать там, насколько я помню, Berkshire. Можно выбрать инвестиции, основанные на различных фондах Vanguard. Вот, очень много про фонд Apollo, как инвестировать, вот, ну, как бы стать участником фонда Apollo. И, наверное, это тоже интересует. Я об этом пока даже не начал снимать, только начал разбираться. Это тоже возможно, там очень интересные продукты в долларах. Американские инвестиционные фонды.
это тоже здорово. Ну и кроме того, конечно же, есть достаточно большое клиентов, которые хотят вложить большие деньги. И, ну, например, часто очень мне пишут, что здравствуйте, вот я там продала квартиру и хочу сохранить эти деньги, куда мне их вложить там? Ну, там, скажем, 5 миллионов рублей там, или там 3 миллиона рублей. И, ну, этим людям тоже надо помогать, и здесь я тоже рассказываю, поэтому вот эти вот продукты, которые для квалифицированных инвесторов в данный момент, они тоже нужны, они тоже нужны. И поэтому это еще одна серия видео, и я хочу спросить, интересуют ли вас вот такие штуки? Ну, как, если у вас даже нет таких денег, то к чему стремиться? Потому что оказывается, чем больше у нас денег, тем больше у нас возможностей по их сохранению. И там доходности весьма и весьма неплохие при таких огромных суммах. Ну, это вообще здорово. Вот, поэтому это тоже интересует, наверное. Вот, ну и всякого рода, конечно же, чистое мышление инвестора. Это тоже очень-очень важно, я в этом уверен. Потому что, да потому что без мышления, на самом деле, у нас вообще не будет инвестиций. Потому что если у нас мышление бедного человека, то мы урвали и потратили. А, соответственно, надо развивать мышление инвестора. Поэтому я обязательно буду включать в свой канал видео в таком формате. Ну, что еще я могу сказать, что, ну, сейчас лето, и, в общем-то, хочется в отпуск. Я вот уже снял видео о том, как мы ездили в Италию. Куда мы в этом году поедем, я не знаю. Очень хочется во Францию. Жена говорит, может, в Армению. Дочь говорит, хочется в Финляндию. Ну, возможно, мы как-то совместим. Ну, Финляндию с Францией очень легко совместить. И вполне можно, скажем, во Францию уехать через Финляндию. Мы это делали много раз. Вот, поэтому, ну, такие сюжеты тоже будут. И когда я уеду, мы уедем туда, я буду рассказывать о том, ну, какие там цены, какие, сколько стоит такое путешествие, как это организовать, сколько стоит. Тоже, наверное, будет. Напишите, интересует вообще это или нет. А то, может, и не интересует, может, и не надо. Вот. Поэтому мне очень большая просьба к вам. Напишите, пожалуйста, каких сюжетов вы хотели бы больше. И, ну, мне это интересно. И мне важно, чтобы мой канал был интересен вам. Спасибо за внимание. Жду откликов. С вами был Демитков Юрий.